Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Вы знаете, что мы просто обожаем Дом Латаш и гуляем здесь практически каждый день для того, чтобы отдохнуть и провести хорошо время после тяжелого рабочего дня, недели и так далее. И сегодня мы опять с вами прогуляемся по Дом Латаш, потому что наступает лето, последние деньки мая. И посмотрим, что же здесь происходит, готов ли пляж к лету. И, конечно же, есть ли туристы на пляже. Это самое главное, что вас интересует. Ну и, конечно же, в этом видео у меня для вас есть сюрприз. Мы с вами посетим магазин, где продают украшения с самым любимым камнем и с камнем, о котором вы хотели, чтобы я сделала видео. Это камень султанит. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Ну и, конечно же, приезжайте в солнечную Аланию и Турцию. Как вы видите, все уже готово к сезону. Стоят лежаки, зонтики, бунгало. Очень такого красивого бирюзового цвета, просто супер. Много туристов, народ загорает, купается, фотографируется. Здесь на пляже оборудованы души, есть пляжные бары, ну и, конечно же, комнаты для переодевания. Объявляем сезон официально открытым, потому что в скором времени, судя по новостям, опять возобновится авиасообщение между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Кстати, в аэропорт Гази-Паша приземлился первый самолет из Украины и возобновляется авиасообщение с Азербайджаном. В общем, аэропорт начинает работать в полную силу. И я надеюсь, что в скором времени самолеты из России также станут летать в Аланию и в Анталию. Друзья, вот такая вот красота у нас на Дом Латаш. И, как я вам и сказала, сезон мы открываем. Солнце, море, пляж. В общем, погода стоит просто потрясающая. Коты, Алания, прекрасная погода и море ждут вас. Как я вам всегда и говорю, в Алании есть все и для всех. Потрясающие пляжи, горы, море. Все абсолютно на любой вкус. Этим и прекрасная Алания, и, в принципе, сама Турция. Поэтому обязательно приезжайте, как только будет возможность. И наслаждайтесь вот этой вот красотой и потрясающей энергией. В общем, как я вам говорила, если на Земле есть счастье, то это счастье Алания. И во время одной из наших прогулок по Дом Латаш, друзья, я обнаружила здесь магазин с серебряными украшениями, с султанитом. Я знаю, что вы просто обожаете этот камень и хотели обзор на украшения с султанитом. Поэтому мы сейчас с вами пройдем в магазин «Виктория», хозяйку которого зовут Виктория. Находится этот магазин на Дом Латаш. И найти его очень просто. Мы стоим на перекрестке. За мной находится канатная дорога, с той стороны пещера Дом Латаш, туристический информационный центр и Аланийский археологический музей. И для того, чтобы попасть в магазин, нужно пройти всего буквально 10 метров, и вы попадете в рай с
султанита. Как я уже сказала, в этом магазине продаются изделия из серебра с разными камнями, но самое главное изделие из серебра с камнем султанит. Сейчас я вас познакомлю с хозяйкой этого магазина, и она расскажет нам о всех тех прекрасных изделиях, которые продаются в ее магазине. И опять же покажу вам, где находится этот магазин. Вот археологический музей Алани, и прямо напротив музея расположен и магазин. В описании к этому видео вы найдете ссылку на карту и, конечно же, номер Виктории, по которому вы можете к ней обратиться и узнать все об ассортименте, ценах и прекрасных ювелирных украшениях. Мы подошли к магазину. Виктория немного занята, у нее сейчас клиенты. Покажу вам витрину. Скидка до 50%, серебро, султанит. В общем, выбор просто огромнейший. И часы, и серьги, и браслеты на любой вкус для тех, кто любит что-то сдержанное или более такое изысканное. Сейчас узнаем у ребят, что же они приобретают. Ребята, а вы что покупаете? Ну, украшения. Мужские серьги. Это получается серебро, да? С камнем, да, без, да, камня? Серебро. Без камня. Ага. Ой, а выбор-то какой большой. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Хочу ознакомить вас со своим ассортиментом в моем магазине ювелирных изделий. Хочу начать с главного тренда этого сезона – камень султанит. Великолепный камень султанит. Наверное, вы слышали. Цвет меняет несколько оттенков. Очень красивый камень. Необыкновенный камень, турецкий камень султанит. От освещения переходит в разные оттенки. От зеленого до фиолетово-розового. Днем на солнце он более такой розово-фиолетовый, вечерний. Освещение дают более зеленый, такой изумрудный оттенок. Наверное, вы знаете, уже знакомы с этим камнем. Хочу показать, какой хороший ассортимент мы имеем. Серьги, браслеты, кольца. Есть также опал на любителя, кто любит. Белый опал есть, голубой опал, розовый опал. Хочу вам показать примерные цены на изделия. Вот кольцо Хюрем Султан, скажем, $75. Вот примерно одинаковые такие цены. Это сейчас со скидками идет. Такое кольцо стоит $100, $120. Это в зависимости, ну, как у нас скидки сейчас идут 50%, а бывает больше процентов скидки. Бывают, поднимается немножко. На данный момент такие цены. Изделия с опалом, например, вот такое колечко. Начальные цены от $15. Вот такие вот. Плюс 20, 22, 25, $30. Примерные цены. А вот это все султанит здесь. Вот это все султанит здесь. Тоже у нас выбор очень хороший султанита. Сережки, скажем так. Ознакомлю вас с ценами. Вот такие вот. $10 начинаются, $10, 15, 20, самые большие тут $25, вот такие вот есть серебро с позолотой, такие вот с другими замками, висячие, разные тоже в пределах, скажем, 25, 35, 45, там уже разные идут, вот от камня, от величины камня зависит цена, вот примерно, скажем, вот такие вот, $25 такие вот, эти около $40. Вот такой комплект можно взять за $50. Это серебро идет сверху позолота. Это сейчас цены со скидками. Цены очень хорошие. Самый большой выбор, наверное, у меня в Алане, можете проверить. Здесь вот тоже султанит. Все. Вот такие вот наборы с камнями очень красивые. Все изделия даю сертификат, все под гарантией. Бирюза есть у нас также. Белый опал. Комплекты, подвески всякие разные, натуральный жемчуг речной в серебре, изделия с хрусталем разные, вот такие вот, красота. Даже часы есть с султанитами, шикарные, вот шикарные кольца такие крупные. Это все серебро, все, что я имею, это серебро. То, что желтое или розовое, это позолота идет сверху. Броши отличные.
На любителя вот от глаза глазики такие вот есть разного размера, начиная от маленьких и до очень крупных размеров. Цепочки всяческие, подвески, колье, вот такие вот броши, мужские кольца. На заказ сделаем, хотите бриллианты сделаем, белое золото, желтое, какое хотите. Здесь тоже опять идет опал, изделие с опалом. Очень летний камень, очень хорошо смотрится именно на летней одежде, более такой. И султанит, он более такой классический, более можно и с мехом, со свитерами, такой камень красивый. Ну вот сейчас летний вариант на мне вот такой. Легкий такой, без окружения белых камней. Более с окружением белых камней, это более уже такой как бы праздничный вариант, уже куда-то там нарядный вариант такой, ну на любителя. Вот кресты всяческие красивые, крупные, сейчас модно. Вот браслетики есть с такими застежками, которые легко затягиваются, то есть очень удобно снимать, одевать. Гвоздики разные, вот в султаните, очень хороший выбор. Цепочки. Радированное серебро есть, есть нерадированное, чистое. 925-я проба, все изделия, все с сертификатами. Вот такие вот колье, хотела вам показать. Султанитом разные. Очень красиво, кто любит такие вот, с высоким воротником или открытые плечи. Вот видите, радированное серебро как отличается, как белое золото. Вот это радированное, это обычное, без радации. Это может темнеть, его надо начищать. Нужно покрыть, кто не хочет, чтобы темнело, будет как белое золото на вид. Если вы хотите сделать на заказ что-то, можете привозить свои камни, можете привозить свой лом, серебро, золото. Можете менять лом, можете заказывать на заказ. У нас все есть, бриллианты тоже есть. Это все натуральные камни, вот. Опалы, видите, красивые изумруды, аметисты, видите. Хотите, можно сделать сережки, можно сделать броши, специально уже подготовленные. Вот натуральный рубин, такой, если хотите. Ну вот самое популярное и самое мое любимое, вот есть такое вот кольцо. Оно есть разного размера, есть побольше, я вот перед этим показываю. Это мое самое фаворитное кольцо. Оно вот в форме Эйфелевой башни. Очень тонкая оправа, воздушная такая. И камень просто он держит так, он, видите, налегке надо вот такой. А камень очень крупный. И огранка в камне шикарная просто. Это я постоянно на него смотрю. Посмотрите, как оно смотрится под специальным светом. Вот так вот под разным светом. Это фиолетовое, розовое, да, зеленое. Просто невероятно. А вот это вы говорили кольцо. Султан модель. Хюрем Султан. И да. Такое кольцо было у Хюрем Султан, только у нее было кольцо с... Такое тоже были эти султаниты. Были с султанитом, да. Вот такое вот красивое. Кстати, этот камень же был найден во времена султана Сулеймана, поэтому он и назван султанит. От поэтому султана название идет, да. В общем, абсолютно на любой вкус у вас есть изделие. И как вы говорили, можно, например, принести свой лом, да? Конечно, можно поменять или заказать новое. Или по каким-то своим индивидуальным чертежам, да, можно конечно. Даже... из своего серебра выбрать самые различные камни, совместить, например, какие-то камни в одном изделии, да? Да. Кто можно. Любит что-то вот такое можно более... с личной гравировкой сделать на заказ. И мужские, например, вот. Mm-hmm. Имя там, и камень ставить. Или сделать как обручальные, вот крупные, и с этим султанитом. И... Ага. И на подарок, да. И... гравюрой. Да. И есть не только кольца, даже браслеты. Кто любит... браслеты, ну вот браслет, конечно, тоже просто шикарно смотрится, да? Друзья, хочу добавить, так как я сама хозяйка магазина и мой муж сам ювелир, изготавливаем все, то есть цены, все на предельном минимуме, то есть нету никакого ни персонала, ни добавочных, никаких растрат, расходов. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, самые лучшие, самые низкие цены, как только могу сделаю, обещаю. Приезжайте. В магазине Виктории можно не просто приобрести ювелирные изделия, а можно принести свое старое серебро. Вот, например, у меня здесь
много разного серебра. Вот это вот старое советское серебро, вот это более позднего времени мама покупала. Вот это, например, украшение, которое я делала по своему дизайну здесь. В общем, сейчас Виктория все посмотрит и скажет мне, сколько это все будет стоить и что я, например, могу сделать вот с этим серебром. Да, с этим серебром мы сейчас проверим, какая проба, я их отдельно все посчитаю. И потом, или что будем делать, или переплавлять, что-то делать на заказ. Свое, или да. Или можно выбрать уже то, что нравится здесь, просто поменять по цене. Если не хватает, доплатим. Если лишнее, то я заплачу. То есть любой абсолютно вариант, как конечно, клиент хочет. И, например, у нас возник вопрос с одним изделием. И по поводу того, серебро там или какой-то металл, да, и мастер сейчас проверяет, расплавит его и проверяет, действительно это серебро или какой-то металл. Да, там металл. Нету, он смотрит да, отдельно, да. И я вам покажу, какие мне изделия нравятся. А, вот видите, мастер проверил и говорит, что... Гюмишму? Это серебро, это серебро. Мне очень понравился вот этот вот набор серебряный. Виктория, расскажите, пожалуйста, историю, вот, например, вот этих двух наборов, потому что это необычный дизайн, да, это такой современный, интерес, минималистичный. Но... Да, это авторский дизайн, серебро 925-я проба, радированная. Да, вот здесь ручная вот она. Работа, очень интересная, волнообразные такие вот формы необычные. Без камней. Чей этот дизайн? Кто это делал? Это мой муж делал. Да, очень. Видите, невероятно красивый. То есть есть и супер классические украшения у вас, а можно, например, купить или заказать вот такие вот украшения. Мне очень также понравился вот этот вот набор. Это у нас что? Позолоченное серебро, 925-я проба, идет цирконий, камень. Ага. Камни цирконий. Да, и здесь вы видите, есть в наборе кольцо, серьги, да, и подвеска. Да, можно и подвеска. Если нравится, можно только кольцо взять. Смотрите, какая красота. Вот это более такой вечерний набор, а вот эти вот более такие, ну, повседневные можно носить, и кольцо можно надевать как хочешь. Да, можно взять отдельно, можно... Камни все инкрустированы, это не наклею изделия, все качественно, ничего не выпадет. Скажите, пожалуйста, чтобы... Это позолоченное, да? Да. Чтобы позолота не стиралась, как ухаживать за изделием? Ну, например, изделие, которое подвески и сережки, оно не стирается как бы здесь быстро. А кольцо само может вот в этом месте стираться. Стираться все если равно, если там да? носить сумки там или поднимать что-то, а если просто на вечер одеть, конечно, с этим ничего не будет. А со временем, когда сотрется, это все можно обновить. Ну, а восстановить, да? Да, восстановить, конечно. И очень красивого дизайна у Виктории вот такие вот подвески. Есть браслеты, да? Есть. Серьги? Есть. Есть здорово. И серьги. Вот такого вот интересного дизайна. Это глаз... Это турецкий. Да, глаз Фатимы, глаз от глаза. Но в России это тоже все знают. Всем нам с детства маму вот сюда вот, да, на булавочку крепить. Посмотрите, какая невероятная красота. Очень интересный дизайн, необычный капелька. Слушайте, вот это вот просто супер потрясающий сувенир из Алании. Капля моря, красиво. Да? Глаз от глаза. Это серебро? Серебро, все серебро. Да, это все серебро. И камешки, они не выпадают? Камешки инкрустированы. Инкрустированы. Это не наклею изделие. А сколько у вас срок годности украшений ваших? Срок годности у нас постоянно. Сколько мы здесь работаем, если что случается с изделием, ну, ремонт делаем от своего имени. То есть за свой счет. Друзья, мы провели ревизию всего того, что у меня есть. И старое серебро, более такое, ну, новое серебро и совсем какие-то мелкие вот такие вот серебряно-каменные, не знаю даже, это натуральный жемчуг был или нет. Нет, да. Мы... Виктория меня очень обрадовала, потому что за все вот это вот я выбрала себе вот такой вот набор. Вы его уже видели, но покажу вам еще раз. Есть вот такой вот, но померив, вот этот набор мне подошел более всего. Посмотрите, какая красота. Сейчас покажу вам, как оно смотрится на руке. Просто шикарно. Вот такой вот радостью делюсь с вами. Виктория, спасибо вам большое. Не храните старые вещи, не держите их в закромах. Приносите, меняйте,
И радуйте себя вот такой вот новыми красотой, изделиями. Конечно же, новыми изделиями. И это просто невероятно. А самое главное, покупайте красивые, качественные, оригинальные вещи в Турции и в Алании, потому что здесь есть потрясающие мастера, которые сделают именно то, что вы хотите. Поэтому, Виктория, спасибо большое, а меня с обновкой. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И, конечно же, пишите ваши комментарии. Обратная связь для нас очень важна. Я надеюсь, что вам понравился обзор магазина с волшебным, невероятным, классным камнем султанитом. Поэтому все контакты Виктории в описании к этому видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте ей по WhatsApp и подписывайтесь на ее Instagram-страничку. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего самого доброго. Будьте здоровы и добро пожаловать в Аланию и в Турцию.